Привіт, я, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортику. Андрій, як пояснити, що дайвінг то не тільки про рибки. Що таке дайвінг? Ось глядачу, який щойно ну, мабуть що почув це слово. Найпростоє, мабуть, дайвінг це друга життя. В дайвінгі чоловік відчуває по-другому. Погружаючись угу. в другий світ, ви виявляєтесь в, в космосі. Як змінило? Рибки ваше життя? як доповнення. Ага. ага. Це не просто про поплавати, про. Это общее, наверное, об... О, это всего, общий взгляд. Общий взгляд что дайвинг это, угу. дайвинг это гораздо больше, глубже. Это интереснее. Дайвинг это в первую очередь новая жизнь, которую получает человек, погружаясь под воду. Ви отримали нове життя, коли вперше зустрілись дайвінгом дайвингом ти на ти»? Так, да, конечно. Як ну, це моє... змінило ваше життя? Моє перше відчуття було, почему так мало это было в першому погружении. Говорит, там же все интересно, хочется это потрогать и туда зайти. А мне сказали, так, подожди, давай все постепенно теперь. Где вот это было и когда? Это была река Днепр лет, ну, уже, наверное, 18 назад. Угу, Богатенько. Да. да. Ваши регалии за этот час. Кто вы, что вы? Чемпион света. Как это оценивается в вашем виде спорта? В нашем виде спорта это оценивается как чемпион чемпионов, который мог нырять. Туда, где никто не был, а нырял настолько долго, насколько это возможно и позволяет тебе техника и аппаратура. Ну и это, наверное, нельзя назав... назвать спортом. Мы не соревновываемся. У нас нет такого понятия, как соревнования. Угу. Это мы друг с другом можем встретиться где-то за чашкой кофе, чая и начать. А ты вот там был, а ты вот там насколько... был. Насколько а сколько... мэтри... да Да-да-да. Ну вот первая ошибка в общении с дайвером это спрашивать, Uh, как глубоко ты нырял, uh -huh. потому что мы не ценим глубины, мы ценим продолжительность на этой глубине. И в нашем случае вот это есть, наверное, показательные моменты, оценивающие возможность дайвера как такового. Я... Сколько? Да, я... Как вы тренируете тело? Вы говорите про технику, да. э, вы же не фридайвер, я понимаю, как тренировать тело в любом случае? Что вы с этим работаете с собой? У нас все гораздо проще, чем во фридайвинге. Это не потому, что я не уважаю этих ребят, но они условно одели легкие костюмы, которые их защищают от переохлаждения. И тренируют свое тело, приучают его жить без воздуха, без дыхания. Угу. То есть такие себе дельфины. Это здорово, круто, но у нас есть четкое отличие того, что мы все-таки дышим, мы не ограничиваем себя в этом. Мы дышим разными газами, это важно понимать. Мы не дышим, как многие говорят в обиходе, насколько кислорода тебе хватает. У нас есть четкая градация газов и понимание того, чем можно дышать, на какой глубине. Да, есть ограничения, и вот тут как раз включаются уже газовые законы, включается физика, включается. Это достаточно большие знания. А тело тренируется, как обычный человек, который занимается в обиходе спортом. Вы должны быть функциональны, вы должны хотя бы иметь возможность поднять баллон и пройти с ним какое-то расстояние ага. хотя бы по палубе корабля. Естественно, вы не должны быть дрыщом, который просто-напросто не может справиться со своим снаряжением и тем более ага. с собой. Человек должен быть достаточно активный, спортивный, и в зависимости от вашей подготовки уже в дайвинге, вот здесь уже включаются техники, о которых я сказал. Зависит все от того, какие цели вы перед собой ставите. За 18 років угу. у вас эмоции э, не выравниваются после пернань? Ну, вот типа, это как люди на работу ходят, знаете, с ранку пришел с 9 до 6. История. у вас постоянно. История. О! История. Когда-то в одной из поездок поймал себя на совершенно глупой мысли: двигаюсь с группой дайвера возле одного из известных рифов в Красном море. Двигаюсь и смотрю, думаю: угу, вроде бы были здесь, в прошлой поездке, вроде бы ничего не поменялось, никто ничего не поломал, те же красивые кораллы, те же рыбы. Двигаюсь, оглядываюсь на ребят, которые двигаются за мной, потому что им нужно показывать маршрут, куда плыть, угу. какая глубина, есть целая куча нюансов. И ловлю себя на мысли, говорю: ну, неужели оно все одинаковое? Не приелось ли тебе все это? Угу. Такой диалог сам с собой. Пока двигаюсь в глубине круто. Пока двигаюсь в глубине, рассуждаю. Потом ловлю себя на мысли, чуть ли не пощечину себе. Мысленно дал: говорю: как ты можешь такое говорить? Оно все разное, оно ведь все живое это организм. Так вот, под водой все живое. Этот организм постоянно живет, меняется, этот организм действительно дополняет тебя. В одном и том же месте ты можешь нырнуть миллион раз, и постоянно тебя что-то удивит. Раз за разом бывает такое, что ныряем на какой-то уже привычный риф в качестве просто разминки в каждой поездке нашей дайверской. К вам придет дельфин поздороваться, к вам придет, я не знаю, какое-то морское животное новое, которое до этого ты здесь не видел. Поэтому нет, <laughs> Нет, не приедается. Дополняют как животные, морской организм дополняет постоянно какими-то новыми эмоциями. И люди, люди, которые раз за разом открывают для себя дайвинг, они взрываются новыми эмоциями, жизнью. Ситуация. Угу. Відпочиваючи, приезжает до курорту, наприклад, у Єгипет. И там уже постоянно тебе предлагают пирнуть с инструктором. Насколько это небезпечно вообще, если ты никогда не вдягав на себя споряджение и не пирнул? Достаточно опасно. У меня очень много ребят, которые приходят на курс с определенным испугом после погружения э, в том же Египте. Они говорят, нам вот здесь вот на ломаном каком-то там языке, неважно, английский, русский, что-то рассказали мы где-то чего-то недопоняли, потом просто испугались, и я думаю, что дайвинг это не мое. Mm -hmm. В действительности это ошибка, мы называем это конвейера. Конвейер, когда ты уже деньги взял с человека, и когда ты просто должен быстро-быстро-быстро макнуть каждого, и неважно, чем это закончится. И вот 50%, наверное, таких дайверов, к сожалению... Попробовавшие дайвинг в Египте, говорят мне, дайвинг это не мое. И их спрашиваешь, почему? Говорят, м ну ты знаешь, я там не смог продуть уши. Я говорю, а почему? Потому что не смог. Говорю, ну это может должна быть причина. Потом разговариваем и выясняем, что его просто сильно быстро тащили, давай бегом под воду. Человек должен элементарно иметь возможность компенсировать давление в ушах. Вот до таких простых, казалось бы, моментов, которые каждый дайвер воспринимает как абсолютно естественное, может дойти такой опрометчивый дайвинг, как на курорте. Страхи, які впервые появляются у людини, mm -hmm. яка щойно пірнає. Що там, окрім э, страху глибини? Mm -hmm. Що ще? Самый большой страх ну, у каждого человека, это, наверное, отсутствие, возможное отсутствие mm -hmm. э, дыхания под водой. Мы все рождены, чтобы жить на земле. Мы дышим привычным для нас газом, Поясню, для нас газ это воздух. Назад. В воздухе есть два газа основные: кислород и азот. И вот этим газом мы с вами дышим. И человек, который погружается под воду, у него первый испуг это, наверное, как я буду там дышать. Кто-то боится. Как же я вообще себя там буду чувствовать? И у кого-то может быть в голове выскакивает какая-то безумная рука, которая его хватает из и тянет вниз. Ага. Недавно просто видел смешной ролик, чего все боятся при погружении под воду, что откуда-то из бездны выйдет большая рука, схватит человека и потянет вниз. Это мир, это мир действительно неизвестности, и вот в этом мире неизвестности каждый боится своего. А у вас были, возможно, когда-нибудь вот этот азотный наркоз, как-то так, так называется, или нет? Да, правильно, есть такое понятие азотный наркоз, ну, мы его называем, если быть совсем придирчивым, газовый наркоз, mm -hmm. потому что мы же дышим смесью газов. как это проявляется, ваше тело проявилось? Вы знаете, это проявляется только в одном случае, когда человек нарушает какие-то установленные м, рамки. Есть для каждого газа. А максимально операционная глубина есть такое угу. у нас понятие физическое и вот здесь для например воздуха который мы с вами дышим здесь в этой комнате максимальная операционная глубина это 40 метров максимум угу. это глубоко Довольно. когда человек двигается дальше за эту глубину, у него, конечно же, может включиться такое понятие, как газовый наркоз. И здесь он выражается у каждого по-разному. Вот как раз-таки большое значение имеют страхи, которые преобладают Это в может человеке. Может и рука, так? Может, и рука, может, человеку покажется, что он дельфин, он может выплюнуть регулятор и сказать, что я свободен в этом мире. Ого. Да. А кто-то может испугаться и начать достаточно активно двигаться, паниковать. Это может привести тоже к каким-то последствиям. Но. Чаще всего влияют еще большие условия. Большие условия – это то, насколько человек готов к погружению в такую глубину, то, насколько вода сама располагает к погружению в такую даже глубину, даже до 40 метров. Потому что если мы возьмем 40 метров в Египте, либо в Индийском океане, в том же, где тепло хорошо и прозрачно, и 40 метров в наших водоемах, например, Новониколаевский карьер, там, где mm -hmm. мы сделали себе подводный парк. Так-так. Это две большие разницы. Это все равно, что вы в Египте нырнете на метров да? 60 минимум uh -huh. <laughs> на воздухе, испытывая газовый наркоз. Дело не в видимости, а дело э, в условиях. Температура воды 4 градуса круглый год. Uh -huh. В глубине всегда так. Это достаточно агрессивно. Э, ограничение видимости и, понятное дело, вот эти страхи, о которых мы говорим. Руки, <laughs> женские туфли, у нас легенда гуляет про женские туфли, что дайвер шел-шел-шел, встретил один туфель следы <laughs> второй туфель, и он подумал, что здесь кто-то из привидений Ого. бродит. Поэтому людям мерещится разное. А, включая... Навіть когда ты уже на сушу выходишь, можешь еще продолжить этот стан? Нет, здесь все гораздо проще и безопаснее. Газовый наркоз сразу же исчезает, как только человек уходит с этой губы. Піднімається трошечки да, вище, це очень просто просто працює. Є якісь забобони, з якими зустрічаються дайвери? Що там можливо не можна робити у день пірнання? або с какое-то ноги как футболисты, знаете, на поле выходят, да, может я слышал, там какое-то таких... пернатое. Часто люди спрашивают, дайверы, наверное, люди не забубонные. Мы не берем какие-то личные качества каждого человека, наверняка у каждого какие-то есть свои предрассудки. но в дайвинге такого нет. В дайвинге есть достаточно строгие правила. Если ты после шумной, например, вечеринки 5 uh -huh. утра лег спать, uh -huh. а в 6 проснулся, и у тебя погружение, ты нырять не идешь. Uh -huh. <laughs> Потому что твое здоровье должно быть в порядке, ты должен быть готов к той глубине, на которую ты собрался идти. Uh -huh. Вам дав давалось коли-небудь, можливо, були такі моменти, що ви рятували кого-небудь під час спирнання? Да, uh такі -huh. случаи бывают. Это как раз-таки случается, когда человек не готов, либо слишком самонадеянный. Лезет туда, куда ему лезть не следует. Даже вот недавний случай был, когда мы погружались на один из объектов в Черном море. Черное море достаточно жесткое, суровое. Это было погружение недалеко от острова Змеиный. Угу. На подводную лодку ЧА-212. Там лежит у подножия, почти у подножия острова подводная лодка советская, которая была подорвана на мине. У меня весь ваш погиб. Она лежит достаточно сейчас пейзажно, красиво, но такая большая трагедия. И вот один из людей взял на себя такую большую ответственность, сказал, что я опытный дайвер, причем для меня это был человек, которого я никогда под водой не видел. И он пошел в нашей группе, сказав, что вот у меня куча сертификатов, я их получил где-то, кстати, в Египте, вроде бы он сказал. Класс. Да-да-да-да. И сказал, я все умею. Закончилось это, это тем, что на пятой минуте погружения я его ловил отлетающим от подводной лодки э, с потерей, сумасшедшей потерей газа из его баллона. И пришлось переводить его на мой газ и с ним даже практически в тесном контакте всплывать, чтобы мы его не потеряли. Угу. Вот такие бывают ситуации. А вы кайфуете от того, когда просто плаваете без снаряда? Без да, конечно. Для нас же это дополнительный спорт. Uh -huh. То есть погружение в снаряжении это больше удовольствие. А все, что вы делаете до этого – это как раз-таки подготовка. Это коштовное такое занятие дайвингом? Не дешевое. Uh -huh. Не дешевое. Достаточно. Вы этим зарабатываете на жизнь? Да, конечно. У меня школа дайвинга, поэтому uh -huh. я этим зарабатываю на жизнь я завтра хочу пірнути з вами. З чого починати мені, якщо я ніколи цього не робив? З чого починається ось тренування? Со звонком мне. Так, Пусть номер. Надо набрать меня либо моих коллег, собственно, добраться в бассейн к нам и начать свой первый вход в воду. Это все. В бассейне. Бассейн начинается только так и только в комфортнейших условиях. Бассейна можно действительно шаг за шагом получить удовольствие с первых шагов. Угу. Вот в этом есть основная задача любого, наверное, инструктора, который вводит человека под воду. Дать максимум комфорта. А сколько же часу пройдет до того, как я уже с вами в открытое море выйду? Ну, або в карьер, например. Первый начальный уровень Open Water Diver, это у нас 6 тренировок, 6-7 тренировок в бассейне, в зависимости от способностей дайвера выполнение всей программы, которая прописана у нас непосредственно в наших мануалах дайверских, для того, чтобы из новичка сделать уже дайвера открытой воды. Mm -hmm. И потом как раз мы можем двигаться уже в открытую воду. Вы как часто пернаете? Каждый день. деле каждый день? Да, у меня сейчас через полчаса тренировка. Круто. Да <laughs> где сами будете пернать, до речи? Сейчас еду в бассейн. Да, угу. Через неделю мы улетаем на дайверское сафари. И... Да. Дайверское сафари – это большое путешествие на корабле. Грузится команда дайверов. Это огромная такая плавучая гостиница с обеспечением дайвинга. И вы неделю... Супер для профи это круто. Для тех, кто умеет. Угу. Про, ну, профи – это такое слово, наверное, опять же, к нам неприменимо. Каждый дайвер, который погружается под воду и который делает это хорошо, это уже дайвер. Угу. Поэтому... Для кожного такого обученого чоловіка возможно путешествие по морю. В Україні ось ком'юніті дайверів, воно велике. Це багато людей, які цим займаються, захоплюються? Більшою. Десятки тисяч. Людей. Воно зростає, я так розумію. Так, да, росте, опять же. на правах рекламы, может быть, у Звучай, нас корень. в сентябре, месяце 4 сентября пройдет большой фестиваль дайвинга прямо у нас в Днепре. Угу. В сквере Прибрежный будут организованы э, большие павильоны, где приедут дайверы из разных уголков, наши коллеги, с которыми мы общаемся, будут спикеры, будут ребята, которые живут дайвингом и хотят этим поделиться и рассказать э, обывателям, что это вообще такое и насколько мир дайвинга богат. Будет выставка новейшего оборудования. Хотим в Днепре собрать большую такую тусовку дайверскую, чтобы народ приехал, пообщался. И большая часть людей это уже обученные дайверы. Люди, которые этим живут и увлекаются. До речи, рубрика тупі запитания» от ведущего. Костюмы они же не одинаковые, они для мужчин и для женщин. Да. Ага. Специфика. У Дайверов есть своя мода. У mm -hmm. есть своя мода, красота, у Дайверов есть костюмы для каждой воды. это целый гардероб. Дети, с какого века могут гернать уже? С 80 лет. Пробное погружение, возможно, в бассейне за руку с инструктором есть детское оборудование, все для этого есть. А обучатися уже на начальний уровень дайвер ми можемо з 12 лет. Угу. Ну, доволі рано. Так, да, З 14 років, це вже взрослі документи, начальний вперіо. Місця на планеті, ви вже так трошечки кажете. Я угу. розумію географію, де ви, де ви це робили. Угу. Де ви ще це не робили, але хотіли б зробити три місця. Три е, водойми, яких ви. Не в Австралии не был? А, Я так разумею да, барьерный риф. Большой он... барьерный риф. Интересно, сходят разные слухи, якобы это было одно из чудес света, но говорят, что благодаря воздействию человека он по чуть-чуть уже не тот, который был. Вже, ну, не, вже да, не диву. Вже, да да да. Но в нашем случае все-таки хочется посмотреть. Опять же, э, французская Полинезия – это то, что тепло, красиво, много рыбы и Наверное, богатейший мир акул и разновидностей морской жизни. Ну и, наверное, если мы говорим про какую-то лютую, жесткую нырялку. Вертятся мысли ну, 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 про пещеры, но не будут пугать ага. э, народ. Пусть будет, наверное, Мексика. Я там был уже много раз, ага. но раз за разом это действительно кладец для... Любого кей-дайвера для любого пещерного дайвера. Почему? Потому что там теплые пещеры, десятки, сотни э, километров подземных ходов, тысячи синотов это провалы земли, mm -hmm. и весь материк испещрен м, ходами, в которые можно погружаться различного уровня подготовки дайвера. Вы в пещеры зануривались? Да, я пещерный инструктор. Вау! Wow. Да, сам я сам учу так. людей погружаться правильно в пещеры, потому что пещерный дайвинг это. Uh, наверное, вершина уровня, который можно придумать для любого дайвера, так как это самый сложный вид погружения. Своя навигация, свое общение, свои знаки, свое оборудование. Три месяца в Украине, где вам сподобалось наибольше пирнаты? Uh, день люблю украинский uh, южный берег Крыма. Uh -huh. Это кладец для дайвинга, там огромное количество кораблей на больших глубинах, в том числе э, остров Змеиный, uh -huh. который уже вспоминал. Это тоже, я считаю, мека для дайвинга. Ну и, конечно же, наш новый Николаевский карьер. Так, так. Tamam. Він завжди різний. Це живий водойом, який постійно різний, постійно міняється. Знаєте, я бачив сюжет про те, як ви пірнаєте в цьому кар'єрі, це наче як вийшов з однієї кімнати в іншу для вас, же, таке щось домашнє. Чим відрізняється водолаз від дайвера? Задача. Все просто. Дайвер це людина, який отримує удовольствие, а водолаз людина, який ходить на роботу. Ви скарби якісь знаходили? Что-то находим постоянно. Например? Старинная утварь, если это погружение в море, очень много, например, возле того же, вот как недавно, острова, разбросано старинных амфор. Мы их, правда, не трогаем, все это заносится на определенную карту, такой след истории, где много проходило путей торговых, и народ либо что-то выкидывал, что-то терял, либо тонули корабли. Что вы работаете с тем, что находите? Оп, собі монеточку. Нельзя, так у нас есть такое четкое правило, мы ничего не поднимаем, а если что-то и поднимается, это поднимается только после специального разрешения, которое получается в археологической, у нас это называется центр подводных исследований Черного угу. моря, и вы, вы, это все поднимается в рамках археологической экспедиции. Потому wow. что каждая вещь, которая поднимается со дна, она может представлять собой какую-то ценность и загадку. Про гроши. Сколько коштует одно из у вас? Пробное погружение 850 гривен. Их потребно 6, как вы сказали, так? 6-7. Ну, 6-7 это уже курс. Ага, попробовать курс. 850 гривен. Стоимость курса 350 долларов в эквиваленте. Этот человек приходит полноценно на курс, и он э, заряжается на то, чтобы стать дайвером, хорошим дайвером. Дополнительные занятия мы даем бесплатно, если человеку нужно что-то доработать. Мы заинтересованы, чтобы каждый стал хорошим дайвером. Навешу вам все. Гордость, наверное, определенная. Очень Це нравится все, все мои учни. Примерно так, да. Мне mm -hmm. очень нравится, когда люди отличаются, отличаются и техникой, и погружение, и грамотностью. Вы это будете, очень важно. Как может выразиться из техника? Как, как, как походка. это выглядит? Это выглядит, выглядит как походка. Mm -hmm. Я не хочу, чтобы мои студенты хромали. Я хочу, чтобы они двигались гармонично в один унисон с водой, в которую они заходят. Треба стать рыбой. Да. По Подружитися, хоча б з рибами. Угу. Скільки коштує знаряддя? Ну, приблизно. Комплект так, як... найпростіший, где в районі 1500, мабуть. Не гривень, долара, я розумію. Долара. Да -да 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 -да. На, Найпростіший. В Україні є якісь став, який виробляють саме в Україні? Чи це все закордонні виробники? Есть, ребята, все больше и больше выпускают оборудование, вышли довольно-таки на хороший уровень выпускают, правда выпускают какие-то сложные технологичные штуки, конечно, все-таки по-прежнему приезжают к нам из за границы, но народ развивается, двигается. Чему вы не зупиняетесь и пернаете? Как вы уважаете? Это жизнь. Вы хотите стать рыбой? <laughs> наверное, нет. Хотел бы по-прежнему дружить с рыбами. Повторюсь, но мы рождены, чтобы жить на планете Земля. Если у планеты Земля есть и водные ресурсы, хочется с ними дружить. Вы без этого не уявляете своего життя. Уявить, чем бы вы еще занимались, если не дайвинг? Хм. Чтобы, что еще, еще у вас такое захопление по жизни? Наверное, стал бы преподавателем, рассказывал бы об океанах. Ага. Только так, наверное. А путешествия. В чому ось вперше таке зацікавлення у вас проявилось до дайвінгу? Що це було? Жаків Кусто, можливо, якась передача. Що це взагалі було? Книга? Згадайте, будь ласка. Хм. Жака, Начну з Жака Кусто. Це угу. такой чоловік, который в действительности не произвел, не произвел на мене впечатление, потому что если вы посмотрите його перші фильмы, ну это такой ужас воплоти. который просто все так. убивал, разрушал и как-то пытался сделать, наверное, из дайвинга крайне такую монархическую вещь, где человек управляет и подчиняет себе все живое. Это действительно было так очень пугающе. А что для меня, наверное, послужило лично толчком таким? Желание нового. Такое человеческое качество поиска чего-то интересного чего-то необычного, потому что в каждом из нас живет наверняка романтик, человек, который хочет какого-то, может быть, даже личного подвига. Ну, в моем случае это не было в виде подвига, это был, наверное, такой шаг в мечту. Mm -hmm. Ну что ж, друзья, шукайте свои мрії и наслаждайтесь життям. Это был Никита Дрюченко на Спортику. Еще побачимось.